Внимание всем любителям яиц! Оставайтесь с нами, и вы откроете для себя новый способ приготовления яиц вкрутую, без скорлупы. С ними все настолько просто и быстро. Я была очень удивлена. Я был заинтригован, потому что это что-то совершенно новенькое. Это невероятно просто и очень удобно для людей, у которых не хватает времени для приготовления пищи. Когда дело доходит до яиц, сварить их вкрутую означает уйма хлопот. Грязная скорлупа, бесформенные белки, очистить их приходится всю ночь. Но решение все же есть. Представляем вам Эггис. Быстрый и простой способ приготовления яиц вкрутую, без скорлупы. Просто разбейте яйцо, влейте формочку и поставьте вариться на плиту. После поверните и откройте формочку. Каждый раз вы получаете идеальное яйцо, сваренное вкрутую. Только посмотрите, в Эггис яйца готовятся как в скорлупе. А неприлипающая формочка означает, что вы с легкостью извлечете яйцо, как только оно будет готово. Я терпеть не могу чистить яйца, а Эггис помог мне избавиться от этого. Они выглядят надежными и крепкими, к тому же я была впечатлена результатом. Это проще простого, и даже я, не самый смышленый человек, догадался за пару секунд, как нужно использовать Эггис. Они выглядят одинаково хорошо, это и заставляет их выделяться. На одной вечеринке меня спросили: «Кэлли, что это такое ты изобрела?» Тогда я им рассказала про Эггис, всем очень понравилось, и теперь они не могут дождаться попробовать его самим. Возможность добавить соль, перец и сыр оказалась очень удобной и стала большим преимуществом для меня. Кроме того, так как в Эггис яйца готовятся с ровным дном, их легче декорировать и кушать. Теперь вы можете насладиться яйцами, которые вам нравятся, не очищая их от скорлупы. Когда я собираюсь поехать куда-нибудь с родными, знаю, что их любимая еда – это яйца с пряностями. С Эггис я могу приготовить их одинаковой формы. Без дефектов очистки, они будут идеальны. Как только все готово, я просто открываю Эггис и, вынув яйца, бросаю формочки в посудомоечную машину. Делайте быстрые свежие сэндвичи с яйцом или просто добавьте дольку яйца в салат. Вы просто разбиваете яйцо в формочку. Никакой чистки от скорлупы. Все готовится очень быстро. Мне не нужно постоянно бегать к холодильнику за разными ингредиентами. Все передо мной. Бум! И готово. Как только вода закипает, уменьшите газ и продолжайте варить на медленном огне. Для яиц всмятку потребуется менее 3 минут. Для яиц вкрутую нужно чуть больше 10 минут. Если вы хотите сварить только белки, на это уйдет всего несколько минут. И чтобы у вас не было трудностей с отделением белка, мы дарим вам разделитель белка абсолютно бесплатно. Оставайтесь с нами и узнайте, как воспользоваться этим уникальным предложением. С Эггис вы приготовите здоровую закуску, которая понравится вашим детям. То, что нам с ребятами больше всего понравилось в Эггис, это возможность экспериментировать с приготовлением пищи. Так они добавляют разные приправы в свои формочки и с интересом наблюдают, как все приготовится. Для нас Эггис – это новое веселое развлечение. Мои дети любят салаты, и теперь для меня это очень просто. Я просто беру терку и вместе с Эггис готовлю их любимые салаты. Я обожаю Эггис! Вы даже можете готовить только белки, которые не содержат холестерин. Благодаря тому, что с Эггис очень просто варить яйца вкрутую, я стала готовить их гораздо чаще, а моя семья питается правильнее. Дети пользуются Эггис для того, чтобы приготовить себе закуску. Для того, чтобы приготовить обед из салата со шпинатом и яйцами, сваренными в Эггис, я разрезала их на терке, бросила в салат и все. Очистить яйцо от скорлупы занимает уйму времени, но с Эггис вы открываете 6 яиц менее чем за 30 секунд. И так как вы варите без скорлупы, у вас есть возможность добавить специи до готовки. Удивительно! Более того, теперь вы можете варить на высокой температуре. Результат одинаковый. Эггис единственный в своем роде. Готовьте нарезанные яйца с копченой семгой. Или прекрасные яйца в смятку Бенедикт. Или же приготовьте омлет с вашим любимым соусом. Взгляните на это! Разбивайте, заливайте, поворачивайте. Насладиться яйцами вкрутую стало очень просто. Сварите только одно или несколько яиц. Это так легко. Я просто бросаю несколько формочек в воду. Иду, занимаюсь своими делами или принимаю душ, и когда возвращаюсь через 10 минут, все готово. К тому же Эггис абсолютно безопасно мыть в посудомоечной машине. Забудьте о бесконечной чистке и просто наслаждайтесь яйцами, сваренными вкрутую. По этому предложению вы получите 6 Эггис всего за 199 леев. Но это еще не все. Мы дарим вам разделитель белка абсолютно бесплатно. Отделяйте белки без труда, не пачкая руки. Все это станет вашим всего за 199 леев. Я была очень удивлена. С ними все настолько просто.